Один цент – капля в море, то ли дело целая дюжина монет. В немецких магазинах нововведение. Творить добрые дела теперь можно, не отходя от кассы супермаркета. Главное – иметь пару лишних центов, желание сделать пожертвование и знать кодовое слово. Округлите, пожалуйста. Кто произнесет заветное «округлить», платит чуть больше. Например, вместо 3,43 отдаст 3 евро 50 центов. Но больше, чем на 10 центов, не округляют. Уже с первых дней появилось немало сторонников этого эксперимента. Несколько центов погода не делает. Никто такого пожертвования не обеднеет. Это здорово. «Округлите, пожалуйста» – девиз новой инициативы. Она зародилась в Берлине и охватила всю Германию. Кристиан Фатер – автор идеи мини-пожертвований. Вообще благотворительность – процесс сложный. Нужно обращаться в специальные организации, заполнять бумаги, чтобы сделать денежный перевод. А здесь всего пара слов, и все готово. И 100% всех средств идут по назначению на социальные проекты. Такие, как в немецком Хеллерсдорфе. Здесь организовали курсы осознанного родительства для молодых мам и пап. Более 250 000 евро вложены в подобные семейные проекты по всей Германии. Все благодаря пожертвованиям. Раньше Кристиан Фатер работал в музыкальной сфере. Потом по-настоящему влюбился и решил изменить всю свою жизнь. Однажды в Берлине я встретил девушку, сотрудницу благотворительной организации, которая пыталась помогать детям в Кении, чтобы хоть как-то сделать их жизнь лучше. Она меня вдохновила, я задумался, а чем же я сам занимаюсь? И неужели я буду делать это всю жизнь? И я просто решил все изменить. Округлите, пожалуйста. Так простая идея превратилась в успешный проект. Без потерь для собственного кошелька каждый покупатель может сделать пожертвование, а еще избавиться от лишней мелочи. Главное – представить проект в каждом супермаркете. Ежедневно более 50 000 000 человек ходят за покупками. Если каждый округлит стоимость покупки хотя бы на 1 цент, получится 50 000 евро в день. Все вместе мы можем сделать Германию лучше. Округлите, пожалуйста. Это идея, которая из ничего способна сделать многое.